По итогам мая по железнодорожному маршруту Китай-Европа отправили 1724 состава с грузом в 186 тысяч стандартных контейнеров. Это на 14,13% соответственно больше, чем в мае прошлого года. Это также рекордные показатели за отдельный месячный отрезок. В МИД КНР заявили, что маршрут Китай-Европа влияет на развитие всей мировой экономики. Маршрут Китай-Европа соединяет страны, демонстрируя и возможности совместного строительства пояса и пути, и открытость экономики Китая. Многие важные международные институты в последних отчетах активно повышали свои ожидания в отношении экономического роста Китая. За первые 5 месяцев года совокупный объем внешней торговли КНР достиг рекордно высокого уровня. Мы готовы продолжать работать рука об руку со странами вдоль маршрута, чтобы ускорить развитие пути Китая-Европы и лучше обеспечить стабильность глобальной цепочки производства и поставок. тысяч контейнеров за один только месяц май – это 6200 контейнеров в день. Получается примерно один контейнер каждые 14 секунд. Каждые 14 секунд из Китая в Европу в страны НАТО – Казахстан отправляет товары двойного назначения. Казахстан делает все для победы Украины.